Ну что ж, я приветствую всех, дорогие друзья. Московское время 20 часов 20 минут. С вами Владимир Акопиводи и лучший игрок в пляжный волейбол по версии журнала Forbes 2012 года Андрей Акохоривал. Привет всем. Итак, друзья, ну что ж, это турнир G1 Summer Pro Division от компании Garena. И мы с вами сегодня будем смотреть один матч, две, соответственно, игры. Вот, играет у нас, встречается команда J с командой NextKZ. Ну и пока у нас идет стадия банов, друзья, для вас информация. Итак, по итогам G1 Summer будет определена команда, которая представит СНГ на DreamHack Winter 2012 в ноябре текущего года в Швеции. G1 Summer Pro пройдет в два этапа. Первый этап групповой. 8 команд, 28 матчей по системе Best of Two. 4 команды, набравшие наибольшее количество очков в группе, пройдут следующий этап. За весь групповой этап будет транслироваться 56 игр. Второй этап финальный. 4 команды Double Elimination игры проводятся по системе Best of 3, Grand Final по системе Best of 5. Призовой фонд составляет: первое место $10,000. В эту сумму входит оплаченная поездка на DreamHome, девайсы, перелет, проживание, фирменные футболки. Второе место $1,000, третье 500, четвертое 300, с 5 по 8 по $200. Каждый вечер до 16 сентября вы сможете наблюдать за баталиями команд СНГ в групповом этапе. В турнире принимают участие 6 команд из России. Команда GA, Cats, Easy, MIPS, Mecha, VOG и 2 команды из Казахстана. NextKZ и команда CMQ. Соответственно, сегодня мы с вами смотрим, как одна команда из России будет сражаться с командой из Казахстана. На сегодня запланировано были 2 матча, но мы с вами увидим, соответственно, лишь один. Результаты записи игр и ID матчей можно посмотреть на сайте sport.garena.ru. Обсудить турнир можно на нашем форуме forum.hon.garena.ru. Расписание матча группового этапа будут доступны на портале hon.garena.ru под разделом «Последними новостями». Также есть хорошая новость для победителей, для любителей бесплатных плюшек, а именно один раз в будний день и один раз в выходной день будут проходить лайв-викторины с призами от компании Garena, друзья. Итак, состав команды J, играющий за Легион. Это Сенсор, Думик, Нормик, Маус и Зилыч. Состав команды NextKZ. Андрюша, нам сейчас... Это Mantis, Telcat, It's My Railgun, Next2012 и Next Equal. Да, Андрей, расскажи нам, кто такой Думик? Ты в курсе? Я не знал. Думик. Не знаю, кто это? Кто такой Думик? Это тайное лицо. Вот. Хороший игрок? Ну, он хорошо играет, да. Не, ну парень сечет, реально соображает просто свои действия, что он делает вообще. Ну, я думаю, его на керри поставят, так как он больше всего на керри играет. Именно на керри. А Нормик, Нормик, да, как он тебе? В фарм уходит, как все фармеры просто. Он лучше, чем FF, по-твоему, нет? Но, я не знаю, тут не знаю, спорить я не буду, кто лучше вообще FF или этот, у каждого свои мозги. Ну, мы посмотрим, как играет Нормик, потому что первый раз. Да, конечно, посмотрим, не знаю это. Вот, а Нормик, Нормик это старый игрок, вот, я его еще помню, когда мы перешли только на Гарену сюда, вот, и мы играли вместе с Таком, вот, и обузили ММР. Поэтому, собственно, у тебя такой большой ММР, спасибо Нормику за это. Ну, мы играли там раньше, когда только развивалась Гарена, вот, ну, тогда перешли сюда. Ну, в общем, как первый когда... месяц, первый и второй месяц, то есть мы играли все вместе. Вот, потом создалась команда, как таковая, вот, мы играли с Таком. Но потом пошел разлад, пошел, и шарики за ролики, все укатились, не знаю, все разругались. В итоге, в общем, после этого Нормик, в итоге, после этого Нормик играет за Джей, вот так вот. Нормик не играл какое-то время, вот. Ну, наверное, свои реал лайф все-таки какой-то есть. Да. Я думал, что у игроков в Хон реал лайфа не существует. То есть он ли Хон и все. Да. Очевидно, есть. Видимо, есть, да. Ну что ж, забанены у нас были, друзья. Офелия, Варбист, Файда и Мараксус. Также в локе находятся Торчер, Алуна, Гласиус, Темпи, Стандербрингер и Пестилен. Следующие 6 банов это Силуэт, Джеризай, Мэйджбейн, Киндарк, Леди Тундра и Пики, как мы видим. Команда Легиона взяла Пеблса, Паразита, Дракониса. И на стороне Хеллборна сейчас есть Хронос, Полевок, Магмус. Ну что, противостояние будем смотреть. Дракониса против Хроноса. Мантис будет играть на Хроносе. Вот, и, соответственно, ты думаешь, что Думик, да, будет играть на Драконе? Ну, смотри, какая расстановка получается. То, что, наверное, Пебл Смит пойдет, да, там Паразит будет в лесах сидеть, а Драконис пойдет на соло-бот, мне кажется. Вот, и сейчас они выбирают, то есть команда Легиона выбирает, что взять на Суицид Лейн. Вот, не знаю, они вообще думают, Тундербрингера, наверное, где. Не знаю, посмотрим на их ход. Ну, я думаю, ТБ брать на Suicide Line. Ну, ТБ это реальный Suicide. Да вот, смотри, Алуна есть как... Ну, много есть таких героев, которые забанены. То есть,
которые... Сейчас они из Лока берут, сейчас уже из Лока. Даже Валькирия могут взять ее. Нет, у нас сейчас из Лока, смотри, уже идет. Да, это Лок, это четвертый персонаж, поэтому тут сейчас Лок. Вариант это Алуна, да, она может убежать. Что Торт может убежать тоже. Я не знаю, мне почему-то кажется, что будет Алуна, Пеблс, Мидлайн стоять, и соло пойдет Торчер. Да, все возможно, ты Гласиус. Ну да, Алуну они пикнут, по-любому. Ну, я надеюсь, что команда Джей возьмет в итоге Алуну, пойдет с Пеблсом на мидлайн и будут там пытаться забирать, скорее всего, полевожечку. Да. Хронусу. Даблс сейчас... с той стороны будет, мне кажется, и даблс с этой стороны. Вот смотри, они, видишь, как взяли, темпесты взяли. То есть, получается, в лес кто-то к ним пойдет, да, получается. Так, и один будет... А темпест может и на лайне стоять. Мы, собственно, смотрим уже последнее. Даже вчера мы видели темпеста, стоящего соло на лайне. Это реально сильный герой, если он на лайне стоит. Вот. Но против двоих это ему не противостоять будет. Да, вчера соло стоит, да, один на один, тогда он может противостоять. Потому что он, когда вызывает элементали и плюс станы эти, это такой дэмэдж феноменальный. Ну, ты знаешь, мне кажется, что здесь вообще темпест даже практически вынужденный пик был, просто потому что Магмус, Поли есть и Хронос уже у Хеллборнов. Если туда им еще и темпеста дать, то, да, как бы, сам понимаешь. Тем более темпест был бы выгодным пиком, учитывая, что у Легиона есть сейчас паразит, поэтому отдавать темпеста нельзя было, наверное. Может быть, это действительно не сколько запланированный пик темпеста, сколько вынужденный. Возможно, все. Вот. Ну и в итоге у нас будут играть, друзья. Пеблс, паразит, драконец, темпест, торчер против Хроноса, Магнуса, Полевок, Приста, Алуны и Гласиуса. Да, причем сейчас команда Джей имеет неплохой пуш-потенциал за счет наличия темпеста, торчера. Вот, два данных персонажа могут стабильно уже, я думаю, к пятой минуте, как эта команда Кэтс очень часто делает, выходить. Просто Темпес может из леса и, соответственно, пушить. Но Темпес, скорее всего, будет стоять на лайне. Вот, Торчер соло лайн. Ну, тут очень интересно. Смотри, тут на мидлайне у нас что будет? На мидлайне будет у нас стоять Пеблс, да? Да, Пеблс в лесу, конечно, у нас будет находиться либо... Ну, я думаю, не Темпес. Темпес пойдет соло, Торчер пойдет паразит, соло. Да. Паразит тут более выгоднее, он быстрее фармит, чем Темпес. Куда здесь поставят Дракониса? Вот, кстати, в чем вопрос-то. Драконис будет соло на боте стоять. Тут... И по команде там паразит будет просто выходить. Угу. Ну, очень интересно, что в последнее время мы даже видим, что ставят почему-то кэрри на хардлайны. И вот даблу вместе с кэрри ставят на хардлайн. Но сейчас кто может с драконисом теоретически пойдет там наверх. Все, да. Очень хорошая была бы комбинация. Не знаю, как они. Вылетел у нас, друзья, сейчас Гласиус. Вот, мы ждем его возвращения. Ну а пока что можно подумать над тем, как в итоге расстановка будет в команда Хеллборна. Кстати, обрати внимание, почему-то не забрали Алуну. Я не знаю, очень часто видим пик Алуны и Пеблса просто, ну я не знаю, нон-стоп. Да. В итоге меня, например, пик здесь Темпеста немножечко удивил. То есть, ну даже не знаю. Вот, может быть, действительно не хотели сейчас отдавать Темпеста за счет Маус. Я посмотрел то, что я только заметил, то, что в команде Легиона в ГА играет Маус. Это, я так понял, Дед Маус играет. Угу. Вот. Видишь, тоже у них как бы и смена, конкретная смена состава. То есть Нормик, Маус, да, и Думик. Вот. Ну, сейчас нет Рейдж Хисифита. Только Зилыч и Сенсор. Рейдж Хисифит играл вот у нас... Когда у нас там играло? Вчера, по-моему... Вот, Рэш Исифит играл. Сейчас, наверное, его не получилось, поэтому взяли вот такую, я так подозреваю, замену. Замена. Да. Ну и Зилыч, Сенсор — это два игрока старых из команды Джей. Там еще был Рэш Исифит. Вообще, в целом-то две замены. Нормик и Маус. И подменяет Рэш Исифит, и сейчас Думик, я так понимаю, да? Да, я так тоже знаю. Ну, я еще заметил, знаешь, вот за Next KZ играет Исмайл Рейлган. Потому что ты знаешь вообще этого игрока? Исмайл Рейлган? Да. Ну, нет, я его не знаю, но он еще хорошо. Он не играл, я его тоже знаю. Мы играли какое-то время тоже вместе, вот. Тоже не знаю, как он связался вот с компанией NextKZ, с ними, с ребятами с этими, но видно. Как у него получилось? То есть, какую позицию обычно играл? То есть, на ком он играл? Ой, я не помню. Честно, не помню. Он больше на керри полагался. На керри? Ну сейчас-то он за... За полевок играет, да. Может, это будет керри-полевок? Да. Ну, блин, не знаю, тут по станам, считай, я так думаю, команда Хеллборна более выигрывает. То есть у них контроля больше, там, полевок, Гласиус, Алуна и Магнус. Вот. Ну, а представь, если туда еще вместо Алуна, например, взяли того же Темпеста, там, какое замечательное комбо могло быть. Комбинация была вообще шикарная, просто комбинация шикарная.
Темпи засасывает, там Фроу, Магнус ульту, там, ну там начинается Гласиус ульту, там, значит, такие залеты. Да, да, ну ты забываешь такое. Ты хотел поставить шестым игроком, что ли, Темпест, если там еще Алуна ультовать будет, Гласиус, вместо кого точно, будет Темпест? Я имею в виду, если бы взяли, видишь, вместо Алуна взяли Темпеста, то хорошая была бы инициация. То есть тут два варианта. Либо Темпест ПК залетает, либо сначала у нас, например, Хрона ставит купол, а потом уже после этого Темпест ПК. Да, ну можно так. Так, ну что, противостояние в итоге, да, будет Мантиса против Нормика, и, как мы видели уже не один раз, например, та же команда CMQ, Драконис фармит гораздо быстрее, чем фармит Хронос. Вот, Андрей, ты в курсе, да, за счет чего? Я видел, и в курсе. Профессиональную игру, когда покупает Драконис Монаринг, и через Монаринг фармит, вообще неистово фармит через Монаринг. Вот, он, то есть, коцает мобов, парочку, то есть ударов по, не, сколько там, 4 удара получается, там сколько, 4 мамба, да? До пассивки? По каждому, да, и на 8 левеле, на 7 левеле, через первый навык, он просто всех сразу мобов убивает. Ну, а сейчас немножечко по-другому дело, ну, я не знаю, может, это раньше так было. Сейчас драконий скачается через вторую, и просто трейсер, то есть катит на себя крипы. Да, он налетает на мобов, сжигает их, а потом... Льет, да, первым навыком? Ну, он просто их агрит на себя, включает второй скилл, пролетает над ними, возвращается обратно, и они, пока за ним бегут, соответственно, сгорают на его огне. Ну да, 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 есть такое, видел тоже. Вот. Конечно же, и через первую качает. Ну, обычно, в принципе, берут 1-2. То есть пассивку сейчас практически вообще не качает. Но это когда как? Когда, кстати, качает 1-2. Пассивка хорошая, не знаю, у Драконис очень хорошая. Она и замедляет, и наносит как противоположный дэмэдж, то есть... Угу. В ней плюсов реально нормально много. То есть это, считай, первый навык слоу и пассивка слоу. Нормально это. Просто пугать своих оппонентов так через пассивку нормально. Ну, хотя можно так прокачать, знаешь, ее на один. Вот. Потому что там сколько? Стаков 5, да. Вот, каждый раз. Там только увеличивается дэмэдж через пассивку. Ну, на единичку, да, я же о чем говорю, что драконисы обычно там берут на единичку, качают в последнее время. Я не знаю, как сейчас там. У нас Нормик решит, но я думаю, что все-таки это будет 1-2. Главная ошибка, что моя команда Легиона не сделала и не дала Хронусу расфармиться, потому что это очень опасный герой. Да. Очень много видел ошибок, когда команды давали фарм Хронусу, да, просто уходили, блин, ради гангов других линий, вот, и потом Хронус расфармливался и убивал всех просто. Ну, это вот ты сейчас прям говоришь то, как мы вчера смотрели, как играла команда MIPS против команды CMQ, вот. К сожалению, я этого не видел, не знаю. Да, ну вот было вот как раз-таки то, о чем ты говоришь. То есть Хронос фармил, точнее... А потом Мипс... привет, да? Да, это было точнее вчера. Сегодня у нас что? Суббота, правильно? Да, суббота. Next играли против котов, и потом Мипсы против Вохов играли. Вот, и Драконис был как раз-таки-то в игре команды Джей против команды CMQ, это было позавчера, значит, все правильно, это было позавчера, Джей играли против команды CMQ, вот, это то, как раз о чем нам девятка Леша говорила, о том, что у них Драконис выиграл, перефармил, но в итоге Хронос у Джей просто затащил, на Хроносе тогда играл Рэш и Сифит, вот, и Хронос проиграл всю игру, там игра длилась почти 45 с копейками 50 там, минут, и вот всю игру у нас Хронос фармил, и он всю игру отставал по фарму от Дракониса, но в итоге просто затащили под куполом с Сивл оф Рейджем, конечно, решает, да, потом. Конечно, да, просто купол это имба, безусловно, на Хроносе, это и вот за время купола... 3 секунды, да, первый левел вроде. А, купол? Да, там еще, конечно, можно постараться собрать стаф и став, увеличить. Там да, 4 секунды будет там и слоу. И да, и свои еще могут ходить с замедлением на 80%. Но это... Нет, это я один раз видел, кстати, один раз я помню, что в командной, в турнирной игре собирали стаф Хронос, но это было что-то... Экспериментальная, может быть, я не знаю. Тогда я не знаю, это реально. Там для Магмуса. Там для Магмуса собирали, я помню, чтобы, соответственно, Магмус летал с ультой и в куполе не фризился. Вот зачем это дело. Ну что, топ-лайн, смотрим. Полевок соло стоит на топ-лайне. Паразит во вражеском лесу. Мидлайн у нас стоит Хронос, друзья, против Пеблса. К Хроносу приближается у нас Гласиус. Соответственно, Гласиус плюс Хронос на мидлайне. Сразу же заморозка по Пеблсу. Зилыч здесь будет стоять. Вот, ну и внизу видим даблу. Драконис с Тартом против Алуны и Магмуса. Соответственно, Темпест на харде против Полика стоит. Как тебе лайны?
Сверху поле будет тяжело, мне кажется, будет, потому что там ганги будут от паразита максимально. Мне кажется, реализовать будут. То есть Темпест будет сейчас через. Ну, они, мне кажется, очень быстро пропушат линию. Именно топ-лайн, ты имеешь? Да, именно топ-лайн. Вот, потому что, не знаю, вот если паразит сейчас начнет ганги, да, там слу, все дела, Темпест, этот стан. Я не знаю, это тоже. Ну вот смотри, уже в Минотавра залазит у нас паразит, да, и вот, значит, как зайти. Смотри, как агрессивно Полик играл. Играть начинает, сразу же хватает Темпеста. Вот, дает своим крипам возможность похарасить Темпеста. И вот попытка уже забрать ответная Полика. У Темпеста, жаль, нет стана. Сражение. И вот Поле делает ФБ. Причем, что самое смешное-то было, здесь еще вот как раз это почему не совсем удачно, потому что два варлока еще успевали атаковать из бедного Темпеста, да, поэтому помогли крипы, конечно, так и ФБ за легионом. Ответочка на нижнем лайне, Магнус убегает назад и отхиливается в итоге Магнус. Кирилл убегает назад Алуну, у Дракона здесь второй и первый скилл, можно попытаться забрать Сталкета. Первый скилл и Алуна выживает. 18 хп. 18 хп, вот только чего не было. Третьего скилла мы видим, но в этом случае не было маны. 1-1, 1-1. Вот такая вот быстрая организация фрагов на топ-лайне у нас была. Ну, конечно же, здесь паразит и всему, скажем так, виной, всему причина, чему у нас на топ-лайне ФБ и произошло. Паразит мог, в принципе, не выходить на лайн, тогда бы просто Темпес отошел, похилился, и, конечно же, на этом было бы все. Но не реализовывать, конечно же, здесь наличие Минотавра, так было бы бессмысленно. Гласиус забрал у нас руну Лиза и смещается на нижний лайн. Да, походу будет убивать Торта. Или Драконец, не знаю. Драконец за счет второго скилла там может уйти, вот если убивать Торча, но вот... Yes. Да, к сожалению, тут Нормик остался слишком как-то... Ну, я не знаю. Ну, да, просто не ожидал. Рисково, да. Да. Но видишь, тут у команды Легиона просто нет, у Джея нет, соответственно, варда на нижней руне. И нет информации никакой, что там за руна была и кто ее забрал. Вот, если на топе есть инфа, то видно, что на топ-лайне как бы руны не было, но она была снизу. То есть, в принципе, можно было бы готовиться к тому, что там могла быть руна инвиз. Раз на топ-лайне никто руну не забирал, и инфа об этом была. Жаль, конечно же, здесь... Отдавать Дракониса ни в коем случае нельзя, потому что Хронос-то у нас будет только фармить. Мы смотрим, сейчас у нас третья минута. По XP впереди, кстати, у нас Темпест вместе с Пеблсом 330. Они сейчас по левелу будут гораздо выше своих противников. По голде 280 у Алуны. Хронос имеет 150 и 130 норм. Но они будут разгоняться, безусловно, туда уже ближе к 10 минуте. Будем посмотреть, как говорится, что там соберет себе Хронос и что будет собирать себе Драконис. Драконис, кстати, себе купил сразу же Марчер. Вот, есть у него Гардиан Ринг, будет потом собирать себе Ринг оф Тичер. Как тебе, кстати, в принципе, фармящийся на мидлайне Хронос? То есть не отсылка Хроноса на топ-лайн, даблу, да, вот поставить его на мид вместе с Гласиусом? Ну, я не знаю, фарм Хроноса, мне кажется, не очень сильный сейчас. Вообще, Пеблс больше фармит его, потому что у Пеблса и больше атаки с руки, и мне кажется, он более, ну, будет контролить крипов. Mm-hmm. То есть, это опытный игрок против опытного игрока играет, это не игрушки. Это не игрушки, вот Хронос получает сразу комбинацию в себя, у Пеблса есть бутылочка, он ее юзает. Остается ему 2 секунды до чака, сейчас будет фраг на Мантисе, кстати, сделан. Да. Зилыч не прощает. Он продумал, да. Молодец. Хороший подкат, друзья, под паразита. Смотрите, как тут еще иллюзии пытались заблочить, но в итоге паразит убегает в другую сторону. И рядом находится Пеблс. Магмус мчится. 1 секунда до отката первой способности. В итоге очень грамотно паразит отходит на ХГшечку. Главное сейчас не подниматься и не ошибиться. Потому что Магмус пошел через Анцентов. Ну и, конечно же, паразит, как мы видим, грамотно поступил и уходит в итоге во вражеский лес, хотя... Пошел наворачивать круги. Да, пошел, конечно, избежать вот момента с Некстом, да, с 12. Вернулся сейчас у нас Гласиус на мидлайн к Хроносу. Гласиус у нас на топ-лайне был, в связи с чем, собственно, Хронос и погиб. Вот, так что по смертям у Кэрри сейчас 1-1. Один раз отдался Драконе снизу и один раз сейчас погиб у нас Хронос.
Пауза от Хеллборнов на нижнем плане. Попытка забрать Алуну. Алуна в итоге была убита. Думик сделал фраг. Причем у Алуны уже готова госмарчер, кстати, по поводу фарма, да? Да, да, да. Не, мне нравится чуть-чуть нижняя линия драконе с тортом. То, что если вот пошел через спайки торт, они будут по ходу пушем играть. Вот, то есть они в ближайшее время, там, спустя, может, 10 минут заберут тавер. Может, даже раньше заберут. Потому что пайки, то есть они будут сносить, считай, с прокаста весь пак хеллборновских крипов. Вот, и тем самым они подойдут к таверу очень близко и могут быстро очень... За два захода они убивают тавер сразу. Mm-hmm. Потому что я заметил то, что импалы, у него уже второй левел пошел через импалы. Ну, будем посмотреть. Басиус на топ-лайне там еще и Магнус. Да, от Магнуса подкат, наверное, да, там у него есть. Есть, да, есть. И может достать. Может, это в принципе, будет, да, достать. Сможет достать. Всего-навсего. Рейндж-то от Магнуса 650 приблизительно. И дальность 500. Дальность 500. Ну, немножечко вниз сместится. Если темпи сразу же не уйдет вниз, то, конечно же, в принципе, Магнус 500 может. Да, достает. Достает Магнус. Достает, в принципе. Я думаю, подкат сейчас будет по Темписта, и у Гласиуса есть все для того, чтобы сейчас организовать этот фраг. И Бласт у него есть, и есть у него тюрьма. Вот. На стороне Темписта лишь его наличие стана и вот элементали. После подката элементали выживут. Выживут элементали, может быть, расплодятся и попытаются забрать в итоге Магнуса. Вот. Будем смотреть. Так, кстати, что там произошло? NextQual написал о том, что комп закрылся, надо ждать. Комп закрылся. Комп закрылся, нормально. Я понял, о чем речь. Он в клубе просто сидит, комп закрылся, нужно ждать, когда... Угу. Нужно ждать, когда раскроется. Я помню светлые моменты, когда я еще ходил в клубы. Вот. Было то время, когда сейчас, мне кажется, это уже интересно, сколько просто лет NextQual, то, что он в клубе сидит. Вот, или просто уже, не знаю, решил посвятить себя клубам. Потому что у меня есть знакомые, которые посвятили себя клубам и сидят почти каждый день в клубах там. Просто играют. Знакомые админы, типа, да, там халявное время дают, там, то есть бесплатно, считай, сидят. Вот. Тем самым уважение зарабатывают в клубе. Вот. Выезжают на различные там чемпионаты и все дела. Ну, тут видишь, тут еще ситуация осложняется тем, что в Алма-Ате вот, именно какие-то проблемы с интернетом, видимо, домашним, и в клубах у них все окей с интернетом, никаких проблем нет, поэтому удобнее играть в клубе. Плюс в клубе стоят, видимо, компьютеры посильнее, нежели домашние там ПК у юзеров, да, поэтому... То есть, наверное, они еще по категориям расходятся. Обычные, VIP... Ну как, это обычные VIP, да, и для веб-серфинга, наверное. Как она обычно в клубах бывает, я не знаю, я так и не заходил там в центр развлечений Next, но все там должно быть окей. Вот, то есть... Да. Вот видишь, даже преимущество какое сейчас между Пеблсом и Хроносом, то есть 25-12 и 11-6. Ну, ты знаешь, на мой взгляд, тут просто вот эти вот роумы от Гласиуса, который сначала вниз пошел, конечно, результативно сходил, а потом пошел наверх нерезультативно. Это как раз тот момент, когда он пошел наверх, в этот момент как раз Пеблс и сделал этот фраг. Вот. Ну и плюс, не забываем о том, что у Зилыча здесь вард есть соответственно, на топ-руне, и он прекрасно видит, что туда отправляется Гласиус, и он знает, что стоит у нас соло, а Хронос остался. И вот он выждал момент, когда можно хорошую инициацию сделать, Хронос потратил лип, и все, и сделал килл. Соответственно, Хронос там еще и маны не было. Так что Зилыч очень хороший игрок, как об этом говорилось не раз. Ну, вот, о том, что у него есть прекрасное понимание игры, он знает, как играть, знает, какого персонажа собирать. В общем, все понятно. Это не говорит о том, что Мантис не знает, как играть. Вот, но вот так вот. Вот так вот получилось по факту. Мы видим, что Хронос сейчас 4-й левел, Пебл сейчас 6-й левел. Вот, и осложняется это все тем, что сейчас у Хроноса даже нет еще элементарно лайфтюба. Вот, это 5-я минута, обычно мы к этой минуте уже к 6-й, к 7-й, ну к 7-й, грубо говоря, мы видим уже готовый сустайнера, если стоит кэрри на изи-лайне и там соло фармит. Сейчас поставили на мид, в итоге у него мид-лайн практически как хард-лайн такой, знаешь, такой терпящий лайн для Хроноса, потому что крипов-то 11 на 6 против 25 на 12. То же самое можно сказать и про Дракониса. Обратите внимание, 11 на 1 у Дракониса. Для него-то еще все
хуже. Хотя у Драконица здесь еще и торт стоит. То есть дабла против даблы. Против, правда, сильной даблы. Ну что там, 5 минут прошло. Видимо, этого не хватило. Я не знаю, если бы я увидел бы, я бы лучше поставил полевого на мид, а Хроноса наверх отправил фармиться. Потому что ему легче было бы против Магнуса стоять. То есть поставил бы Хроноса и Гласиуса наверх, а полевого отправил на мид. Потому что и как бы поле может законтролить Пеблса и может да и с отпора дать ему реально. То есть там морф. Mm-hmm. Поймать языком и можно убить даже. А Магнуса в роум бы отправил. Просто ходил в Магнус и все. Ну уже сейчас к пятой минуте смысла, наверное, лайна не было отменять. Ну уже да, это поначалу, когда они только увидели друг друга. Вот. Надо было Хронос просто наверх отправлять, чтобы он оформился. Они просто знали то, что Пебл Смит, наверное, пойдет. Так бы просто со стороны, не знаю, адекватнее было. Нежели вот сейчас Хронос будет мучиться, да, там Спрокаст, сейчас Пеблс получит 7-й левел, да, там 8-й, он Спрокаст уже будет убивать Хроноса вообще, как нечего делать. Это 663 хп, сразу улетать будут. Что там, опять лагает у кого-то, что ж такое, ну что это, все окей, дропов никаких нет, у нас все замечательно. Овнус в последнее время, кстати, действительно у нас почему-то стал сильно тупить, я не знаю, это очень плачевно, ну вот, наверное, вот беда, кстати, на самом деле, да, вот, я не знаю, сколько об этом говорили, почему-то нет нормального русского стрим-сервиса, на который, соответственно, где русские бы сервера стояли для того, чтобы СНГшного, грубо говоря, там, сервера, да, то есть, чтобы мы трасса у нас не пилилась прямо аж туда, в Люксембург, в Гамбург, в Лондон и так далее, где там сервера стоят овнутовские, твичевские, вот, потому что чем дальше, тем, соответственно, хуже. Некоторые провайдеры там Урюпинска и остальных там городов, они, к сожалению, пускают через просто страшные магистрали, все это через страшный путь, весь поток, и в итоге у кого-то лагает, а у кого-то не лагает. Да, верно. Я бы тоже поддержал эту идею создать русский. Let's get it on. У тебя все впереди, Андрюх. Давай, создавай новый проект, назови его, я не знаю. Да. Андрей ТВ и Go. Андрей ТВ. А то в плане, в итоге, смотри, у нас Магмус ушел, еле-еле ушел от смерти. Как там получилось, видимо, очень больно элементали там. Походу, да, отпор дал. Да, очень-очень было больно. Вернулся, благо у нас как раз. Это Магмус, у нас не будет. Что там приносит? Пеблсу приносит мозг. Вот так, как бы это ни звучало, Пеблсу реально принесли мозг. Вот, и Торчер под костой. Убирает, забирает в итоге Магнус. Так, ну. Пришла жена. Придется... В доме новоселье. Да. Заберут паразит, а не убежит. А, так, ну что там я пропустил? Ну, забрали паразита, они. Который успел забрать до этого Магнуса, да, который убегал себе по лайну спокойно, да, уже думал, сейчас я перейду на базу, отхилюсь, и в итоге его забрали. На нижнем лайне, друзья, забирают у нас Думига, и Драконис убегает назад, Магнус вовремя, после, соответственно, того, как воскресился, пришел вниз, и вот таким вот образом толкает вместе с Накиласа 12, делает фраг. Тем временем на мидлайне забирает у нас Зилыч, ну что, ну просто все файты, которые были, все файты прозевали. Очень... Нет, Зилыч просто решил, он думал, то, что убьет с прокаста Гласиуса. Гласиус, потому что это харасил его. Вот, он поймал его на моменте, когда Гласиус кинул в него автоатакой. Вот, и прокаст дал ему. То есть сначала кинул первый навык, вот, удар сделал, потом подкинул его, вот, и, в общем, не добил его, там осталось у него там 10 просто, хп. Просто не хватило одной атаки, да? Да, заморозил Гласиус его, и еще Тавер помог похарасить. Это же жадность наказывает. Но зато Пеблс совсем скоро у нас будет иметь манринг.
На нижнем лайне мы видим наличие руны регена. Сюда идет Хронос. Хронос, видимо, может сейчас еще и купол поставить. Не стал этого делать. Да, драконы очень сейчас заметно рискуют. Стоя вот так прям открыто. Ну вот, вот, собственно, получает он подка, друзья. Луна дает стан. Гласиуса нужно было подождать. Да, Гласиус. Не подождали Гласиуса, немножечко раньше начали. Вот, и драконец спокойно за счет второго скилла улетает. 4-5. Счет у нас сместился. В итоге мы сейчас видим паразит. Собственный лес поставил сейчас на лайн Гласиус вард под башню. И на мидлайне здесь больно было Хронос. Прокаст прилетел от Пеблс. Вот, ну и Хронос у нас принес себе лайфтюб. Ой! Что там, Чак прилетел, собственно, да? Ну, просто Чак. Просто Чак, понятно. Ну, как обычно это бывает. Вот. Ревайнд не спас. Ревайнд не спас. Хороший стан, друзья. Торчера, но Торчера забирает прям под башню. Вовремя приходит у нас Драконис. Паразит забирает фраг своим первым скиллом. У него есть еще ульта. Может пытаться забрать Гласиуса. Липается к нему за счет юзания ульты. Драконис! Есть атака! Есть атака, Нормик забирает next call и, соответственно, забрали next 20. 12. 7-6. 7-6. 3 фрага за минуту, даже меньше, чем за минуту смогли организовать. Сейчас команда Джей, Пеблс на медлайне забрал и снизу, соответственно, двойню забрали. Поли поставил у нас ульту здесь на топ лайне. Что это было? Я не заметил. Что это за ульта? Да, я тоже без понятия, что там за ульта стоит. Кто-то к нему пристал, и он... Кто-то, да, хотел его кто-то забрать, судя по всему... тоже там мог быть, я же не знаю, кого у нас не было. Ну, только если это был Темпест. Да, был Темпест. На мидлайне у нас сейчас Темпест. Есть у него ульта, уже 7-й левел. Сразу, видимо, монопод юзается на Темпеста и на Пеблса. Гласиус. Гласиус поставил контрвард, видит наличие варда на ХГ на мидлайне у команды Легиона. Вот. Ну, а тем временем сражение на нижнем лайне. Преследую здесь Драконис Алуну. У Алуны есть Госмарчер, и у Алуны есть даже Дежавю, она еще не успевала юзать. Ох ты как, сейчас Торчер рискованно здесь стоит, но риск оправдан себя, потому что паразит находится, и сейчас выжгут Магнус. Выжгут Магнуса, делает фраг Норм. Тем временем на мидлайне забирает башню. Пеблс получает ледяное обморожение, получает он, друзья, морф от Поливога, и промазала сейчас Алуна, к сожалению, своей ультой. Пеблс выбрасывает стан, но атака с ХГшечки от Гласиуса прилетает. И с ним сейчас вар. Коронный счет. 8-8, мы видим преимущество. Выводов пока можно не делать. Пока еще рано, да, смотри, дабл ТП на топ-лайн, тем временем на мидлайне забрали Итсмал Рейлган, и башня в состоянии Диная. Есть, задинайли. Ну что ж, это динай. Динай не дает достаточно большое количество голды команде Hellborn. 9-8. Преимущество, друзья, минимальное по фрагам на стороне команды Джей. Вот, нексты. Нексты пока что слегка отстают. Как уже было сказано, у нас будет противостояние Дракониса против Хроноса. Подкат, друзья, по Дракониса. Алуна бросает пауэртроу. Драконис по вторым скиллом просто сразу же улетает назад. Минотаврия у нас находится. Паразит забегает сзади. Стан дает Магнусу. У Магнуса есть подкат. Магнус сможет уйти. Забегает назад. Замедление бросает на Алуну. Ответный подкат, конечно же, от Магнуса. Драконис получает стан. Очень хороший стан. И Драконис погибает. Рискнула сейчас команда Легиона. Сейчас будет Power Troll. Смотрим, Сталкет попадет. Нет. Попадает. И погибнет сейчас под башней. Но это стоило, наверное, того все-таки забрать два фрага. И... у него выбора не было. Конечно. Какого? Тут уже только так. Хотя теоретически там была ульта. И можно было бы попытаться с дальнего расстояния просто попасть, соответственно, Power Troll под ультой. Но решил наверняка все-таки. Сместился у нас Хронос после уничтожения башни на мидлайне, своей собственной, сместился на топ-лайн. Вот так бы, если бы он стоял с самого начала на топ-лайне против Темпеста, по-моему, гораздо выгоднее будет. Вот. И поле, соответственно, на мидлайне. Не знаю, обычно поле как раз-таки-то я и вижу на мидлайне, и часто это происходит. Не знаю, почему поле вообще пошел на хардлайн. Очень интересно, Next решили поставить лайн, но в итоге начало явно не за Хронос. Так, Брайси, походу, догон собрал уже.
Или нет, вообще не собрал. Не заметил. Ну, 1000 он ждет. Вот, да. Собственно, уже собрал, да. Кодекс level 1. Уже минус 1 сразу. Кодекс level 1. Но минус 1 здесь Гласиус он может уже сейчас забрать, наверное, потому что сколько у нас сейчас хп? 796. Даже Гласиус уже толстенький, но 796. Даже больше, чем у Хронос, обратите внимание. Да, но Хроносу может ревайн помочь, правда, ревайн всего лишь на всего второго ранга. Может и не пропереть, что называется. На этом лайне у нас сражение, друзья, Драконис. Промазал сейчас Торчер первым скиллом. И сейчас Торчер, конечно же, заберут. Без шансов для него. Думика забирают. Вчетвером команда Хеллборна гонится за противником. Нормик также был убит. И Темпест. Темпест нужно прятаться. Темпеста заберут даже уже в кустах. Только ПК могло спасти Темпеста. В итоге он юзает свою ульту, но он будет убит. Очень хорошо. И Пеблса, друзья, забирают. Вот так вот Несты сыграли. Как себе? Расконтролили просто все герои. Вполне прилично все было. То есть, я говорил, преимущество по стану очень сильное. Контроля много. Но там зачем они навязали файт, я не понял, в лесу. Потому что там было сначала, их было уже пятеро команды Хеллборна, вот, а их было всего трое. Вот. Не было паразит, который мог сделать минус один сразу. Ну, не знаю. Ну, паразит пошел на топ-лайн, видишь, то, о чем я говорил, что, наверное, пытался он здесь Хроноса забрать, в итоге там файта никакого на топ-лайне не было. И команда Легиона теряет сейчас четверых игроков и теряет башню на нижнем лайне. Вот, очень хороший буст сейчас для команды Хеллборнов, и сейчас Нексты выходят вперед. 3600 по голде, 3400 по опыту, команда Хеллборнов впереди. Да, неважно сейчас с фарма у Драконса, тем более, что Сустайнера, по-моему, себе уже несет Хронос, если я не ошибаюсь. Что-то ему там должно уже прилететь. Нет, это не Сустайнеры, это готовые Стимбутс и Хангри Спирит. Через Mass of Madness пойдет, наверное. Ну да, это который Элдер Парадис. Да, Элдер Парадис. Тут Темпеста нет ульты. Жаргон привык дота. Угу. Не хватает маны сейчас у паразита, причем существенно не хватает. Магнусу не дали ультануть, друзья. Магнуса, конечно же, здесь заберут. Вот, ну и размен. Размен у нас получился 2 в 0. Сейчас Next уже выиграет, потеряли. Вот так практически на ровном месте. Счет у нас становится 13-14, но по голде и по опыту Хеллборна пока что впереди. Полик 10 левел, мидлайн, есть у него Майтли Блейд, судя по всему, полевок собирается сначала себе собрать Шанкен Хэт, Мэджик Эмун, вот потом уже все остальное, хотя на полевоге мы с вами обычно видим либо сначала фёст ПК, вот, либо там тейбл в команд, а вот Шанкен Хэт это интересно. Хотя, вот с другой стороны, зачем сначала собирать Шанкен Хэт, когда есть инициаторы в виде того же, например, Хроноса, да, который просто влетает, дает купол, а ты сзади уже подходишь и ставишь свою ульту. Интересное решение. Сразу сборка Шанкинга. Для меня, например, немножко неожиданно. Рунохосты забирает ее Пеблс. Ну, зря вот так, конечно, прыгает паразит, не имея там вижена. Нет, вижен есть, а тем более, имея вижен, даже прыгал паразит. Меня это втройне смущает. Был вар, было видно, что там просто 4 игрока стоят на мидлайне. Зачем паразит прыгал в четверых с огромным количеством дисейбла у команды Хеллборна, друзья. Вот тем же самым сейчас Темпи занимается под вар. Я, наверное, заметил это, как Темпи замешкался в мобах. Если бы он не замешкался в мобах, он бы ушел от них. Он просто пошел прямо в мобов, и тем самым его убили. Да. Ну и тем самым, опять-таки-то, Нексты забирают 2 фрага, не 4, конечно же, но 2 фрага забирают, башню на мидлайн. И снова, друзья, вот на ровном месте команда GX, к сожалению, теряет 2 игроков и теряет башню. Что сейчас происходит, не знаю даже. Вот, удивительно для меня. Видеть вот команда GX, конечно, сейчас одна замена, да, сейчас играет Думик вместо Рэйч и Сефита, но в любом случае. Причем у команды Легиона-то, в принципе, саппортов нет. То есть, если считать только Торчера саппортом, но саппорт только по вардам. Смотри, как у нас на Хронос практически погиб от Пеблс от прокаста и снова на одном ударе. Так, а у Пеблс еще нет ПК. Нет, у Пеблса еще ПК нет. Пеблсу до ПК еще 2150. То есть до ПК ему еще есть.
Магнус садится в SteamBS, но SteamBS не дамажит, конечно же, крипов. Сейчас будет убийство Алуны. Ну, нашли Алуну, тут как бы, да. Тут только домой, только на базу. После таких... Смотри сейчас, Рон. Встреч. Сейчас мы... Ух ты. Что-то паразит не успел сразу прожать. Видимо, не ожидал увидеть здесь Хроноса. И паразит Хроноса-то в итоге не догонит. Может, конечно, пытаться разбежаться, разогнаться за счет страйдеров, но ничего не получилось. Влезает в вагабонд лидера и отправляется на поиски приключений. Тем временем, два игрока команды Легиона на топ-лайне стоят. Здесь у нас Темпест находится и Пеблс. Пеблс может закинуть Темпеста, а Темпест может поставить ульту и забрать здесь быстренько Магмуса, например, оформить, да, пока есть на то возможность. А, позади находится паразит. Опа! А тут уже, собственно, сидим мы в газиках. Ну, где же Чак? Чака нет. Чака нет, а снизу? Снизу что у нас происходит? Драконис. Драконис, а в инвизе Гласиус. Так, кто рядом с Гласиусом есть? Рядом с Гласиусом есть Палеок. Оценивает, наверное, свои шансы сейчас команда Хеллборнов. ТП на топ-лайн под башню. Подкат, друзья, от Магмуса станет на Спеблса. Приходит Алуна. Сражение 3 в 2. Пришел сюда Хронос. Снизу забрали действительно Нормика. Вот, и Пеблс стоит у нас в куполе. Магмусу снова не дали ультануть. Это Магмус сделал подкат прям под Торчера. Гонится, гонится и погибает. Тоже непонятно. Промахивается. Да, ну прямо то, что промахивается, у нее был Астролейб. Можно было потом назад и опять завезут ульту, а потом уже все остальное. ТП от Торчера. И Торчера забирает, друзья. Гласиус прям вовремя прожал здесь тюрьму. 15-18. Счет у нас становится. Готов у полевого обратить внимание Шанкинхед. После, опять же, удачного ганка в лесу все-таки забрали. Подозреваю, что качественно поставил варды полевок прям в центр, как и надо ставить. После да, морфа. Да, да, он просто не убежал. Уже. Ну и плюс, смотри, там еще было даже еще удобнее, чем морф. Там была просто тюрьма ледяная от Гласиуса, поэтому промазать невозможно было своей ультой. И полевок, конечно же, не промазал. Пеблс снова забирает у нас руну хосты, уже не первый раз, видимо, на Пеблс, у Пеблса в данной игре руну хосты. Ну вот, нужно бы стараться было бы ее реализовать с поликом уже проблематично будет вообще как-то воевать. Его нужно будет, наверное, убивать уже до того, как полик будет дисейбл. А обрати внимание, причем поле это дисейбл минус один, как только у него появляется Шрангенхед, это примерно как Сукуба со своим мисмерайзом и с ультой. То есть просто полик прожимает себе Magic Moon, бросает морф и хватает кого-то языком. Вот, соответственно, кого он хватает, тот стоит прям все действие третьего скилла от полевого. В скелетоне находится у нас сейчас. Так что у нас на топ-лайне сражение Пеблса под хостой, и Алуна туда бросала ульту на всякий случай. 15-18, да. По ГПМ, кстати, у нас впереди сейчас полевок. Nice ward, пишет Думик. Вард хороший вард. Смотри, какое сражение Пеблса здесь. Приходит паразит и просто кодексом забирает Мантиса. Пеблс убегает назад. Маленький-маленький Пеблс. Мини-чак был забран. Попытка паразита сейчас будет убежать за счет лучшего лорда. Влезает в него и просто сбегает. Подкат Магнус еще организует. Плюс у Магнуса есть ПК, друзья. А тут паразит. Беги, Форест, беги. В любом случае, тебя, собственно, забирают. Да, неважно сейчас. Конечно, отдачки. Очень плохо. Драконис практически собрал себе Шанкенхед. Видим наличие Матли Блейда и Вархаммер. Пушится нижний лайн. Команда Джей врывается вперед у нас Драконис за счет движения второго скилла. Стан Темпеста от Алуны. Темпест обратно стан дал и... Хорошо, Норман здесь разобрался, не стал сразу атаковать, подождал пока Алуна. Прожал холд. Угу. У Алуны, кстати, есть, мы видим, одна аркана. Алуна будет собирать себе, безусловно, для начала Hellflower. И у Пеблс остается 500 голды.
Зилыч, 500 голды и будет готов ПК. Сейчас он может пофармить как раз таки вот эти вот пачки крипов за счет юзания своих комбинаций. Ну, так как у него 13 левел, по-моему, ему уже даже не обязательно было несколько атак делать по крипам, он с прокаста просто забирает. Второго левела ульта. 16-20. Хронос, мы видим, что собрал всего понемножку. Я не знаю просто, как это еще сказать. Потому что наличие сустайнеров, бросворда и Ангри Спирита, это действительно всего понемножку. Я только заметил, что у Плевога 420 ЧБМ больше всех. Смотри, как у нас паразиты пытаются забрать. Пеблс в итоге вступил в купол. Получает он стан от Магнуса. И, друзья, Пеблс... Ох, как сейчас Магнус завезло второй скилл. Выживает. Вот Пеблс, скорее всего, будет завтра. Так и есть. Паразиты здесь не потеряли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какие у нас моменты классные. Смотри, как вовремя паразит успел в импа влезть. Это просто счастье, что за ним он бежал. Потому что если бы его не было, то это, конечно же, был бы фраг еще. Команда Легиона в итоге потеряла лишь Зилыча. И Зилыч снова никак не может купить ПК. Опять он погибает. У него там ПК уже практически был собран. Но вот смерть ему не дает. Опять-таки-то купить его. Дособирать. Драконец собрал себе Шанкенхед. И у Хроноса сейчас уже будет готов Рунет Кливер. 25-я минута. Это, наверное, самый поздний Рунет Кливер вообще за все время J1 Summer Pro. Друзья, да, это, наверное, он собирается где-то к 12-15 минуте. Да, 14-я минута, 15-я и 16-я, если уж совсем все плохо. Да, конечно же, Рунет Кливер к 25-й это... Не Айс, ну, а Луна. Все, что осталось о Луне, просто уже успеть, наверное, что-то купить себе в магазине, пока она... О чем она просто думала, я вот не понял. Пошла, идя вообще туда вниз. А, думала о самом, что ни на есть, как хорошем. Да, Полевок ультанул в Полевога Темпест, и Полевок в итоге бегает назад, хороший стан от Зилыча, не откутывает из Паралган. Вот, Полевогу только фонтан. Прервали его, кстати, Анслоу. Вот и волшебный, собственно... ПК. Да. Помимо волшебного ПК, там еще волшебный, наконец-то, Рунет Кливер у Хроноса. Причем мне нравится, что у Хроноса вот сам его топор, да, вот он практически повторяет, сама моделька топора, она практически повторяет модельку Рунет Кливера. То есть, ну, просто он рожден, Хронос, для того, чтобы собирать себе Рунет Кливер. Было бы, конечно, идеально, если бы ты знаешь, какие ты айтемы собираешь, у тебя это все на модельке персонажа отражается. Да, да, да. То есть у тебя есть большой топор, у тебя там где-нибудь там на поясе висит маленький. Да, да, да. Сапоги меняются, там маску действительно надеваешь на голову. Забирает здесь, пытается Матиса забрать. Ульта, друзья, от Магнуса. Очень классно ульта. Смотри, как надамажил. Минус паразит, убегает назад. У нас Пеблс. Алуна юзает дежавю. Преследуют Пеблса, стан дает сейчас у нас Думик, очень хороший стан, кстати, дал, и Пауэртром не забирает в итоге Пеблса, 50 хп у него остается. Откат от Магнуса, еще один у нас, Драконец сюда врывается, Драконец, друзья, в погоне за Луной, получает в итоге, ох, как... Ой-ой-ой. Ну... Неожиданно было. Это знаешь, это уже сколько раз это мы видим, и я вот каждый раз удивляюсь. Ну вот помог мейту, ну все, хватит. Ты спас, да. Ты спас, зачем сражаться? Нормик поверил в то, что сейчас Шранкенхед как бы поможет ему, и он будет убивать налево-направо. А в итоге сам был уничтожен. Вот примерно то же самое, как Гласиус. Гуляющий на нижнем лайне с крипами. Что там Гласиус забыл, что он там ищет, непонятно. Тоже сейчас просто на эксквал отдался. И лишний фраг зарабатывает Зилыч. Почему бы и нет? Видишь фраг, идешь, забираешь фраг. Знаешь, что там на топ-лайне три игрока было, поэтому никаким образом бы никто вместе с Гласиусом там за кустами бы не стоял в любом случае. 27-я минута, счет 20-23, друзья. Вот, в принципе, счет-то достаточно большой. 43 фрага за 27 минут. Это реально много. Игра действительно очень интересная. И она еще интереснее тем, что Хронос начинает фармить и разгоняться только уже к 27-й минуте. Поэтому
Будем наблюдать за тем, получится ли у Мантиса собрать то, что он собирается там дальше собирать. Наверное, все-таки Элдер нужно дособирать. Вот если это не будет Whispering Helm. А это может даже быть, в принципе, и Whispering Helm, потому что мы видели, как собирали, конечно же. И Рэщий Сефир собирал Хроноса через Symbol of Rage, так что может быть даже это Whispering Helm. Хотя я по стариночке люблю, например, Savage Maze плюс Элдера и, соответственно, убивай в куполе. Да, так и есть. Насекай просто одного и все. Хеллборн в пятером сейчас у нас на топ-лайне. И смещается сейчас команда на СКЗ, друзья, наверх. Ну, а Драконис успевает забрать трипл стак здесь на Ансентах. Помогает ему еще Думик. 1600 голды есть у Дракониса. И в итоге Элдер. Да, Мантис собрал Элдер, будет под куполом наносить дамаг. Пошел, что называется, в ДПС. Поставил ульту свой сейчас полевок. Да, разберу тавер, хотя буду это давать. Странно. Ну, у Темпеста есть, в принципе, и ульта, и у Темпеста есть ПК. Можно попытаться, например, закрутить прям под башню. Но, конечно же, никто этого уже не стал делать, поэтому башня... Просто интересно, кто будет инициировать. Ну, я жду инициации, наверное, от Пеблса. Инициация может быть и от Хроноса, и от Пеблса, и от Темпеста. Ну, если ты имеешь в виду, кто из команд будет инициировать, то выгоднее, конечно, Легиону инициировать и не давать ставить купол Хроносу. Потому что если давать ставить купол Хроносу, то, как итог, мы уже видели, как игры разворачиваются после таких действий. Торчера у нас забирает на топ-лайне, друзья. Ну, да, неосторожно, Тор. Непонятно, что там Домик делал, да. Вот такой же интересный ТП, Пеблс. Стан дают, к сожалению, в полевога, вау. Удивительно, что так вот решить. Там Магнус юзает, друзья. Это просто шикарно. Это, друзья, просто шикарно. Сейчас Пеблс закинул Магнуса, который уже ультил, и в ульте он закинул его на голову паразиту. Посмотрите, какое количество у паразита, и у Пеблс остается в ТП. Прыжок от Темпеста вперед, но команда ж просто не готова. Господи, ты боже мой. Забирает даже в этой ситуации. В итоге у нас Некстов, Темпест погибает. И Драконис имеет шанс погибнуть. Сейчас Глаз будет бросать. Гласиусу не хватает. Но переключишь ты сапоги, господи. Как Гласиус сейчас не разобрался. Переключи сапоги с силы, переключи их на инту и просто брось этот... Ну, это легко сказать, некоторые просто не обращают на это внимания и не успевают среагировать. Ай, да ладно, ну ты рассказываешь, что тут... Ну, реально, если у человека паника в голове... Ты подумай, сколько у него было времени, пока он ультил. Уже... Да, там два раза нажать было. Уже пока он ультил, можно было посмотреть на то, какие у тебя включены сапоги, и, соответственно, сразу же после того, как ульта закончилась, просто переключаешь, там два раза нажать, просто... Альт-А два раза нажимаешь, альт-А, и все. И просто бластом добиваешь Дракониса, и команда Джей делает круглые глаза и думает, ну как так, ребят. Но шикарный момент, просто великолепно, конечно же, ульта от Магмуса, и Магмуса в ульте просто вкидывает на голову паразиту. Это я не знаю, это эпик момент на мувик. Жаль, что в этой ситуации там еще Магмус не сделал хэт-трик, иначе это идеально, просто было бы идеально. Ну, в итоге не менее красиво. 24-26. У нас практически ровные. Встречает паразит здесь у нас Магнуса. И завершается это тем, что Магнус решает не отпустить здесь паразита. И паразита просто съедает из Рейлган. Ох, эти ганги. Хеллборн решает забрать конгорчика. Смотри, как долго Конгор стоял сейчас, замахнулся. Ох, тут Пеблсу просто раздолье. Смотри, сейчас можно забрать и Гласиуса, и Хроноса, да, моментально. Страгаста просто, смотри. Только. Мы смотрим на момент, друзья, эпичный. И ворует. Воруй, убивай, круши, ломай. Да, наверное, не поняли вообще, ребята, что случилось. Боже мой. Забрали в итоге Думига вообще. Ай, next. Ну кто же в таких ситуациях Конгора без контрварда идет там, я не знаю, убивать? Да, Зилыч просто мастер. Мастер-тролль, я не знаю. Это, у него даже и цвет, собственно, альт-аватара у Пеблса зеленый, так что просто тролль 80 уровня.
Привет, Полевок. Ну что, посражаемся. Темпес здесь у нас идет. Не можем сейчас дать стан в Полика. И ульты у него также нет, поэтому Полевок у нас выживает. Магмусу нужно, конечно же, уходить сейчас. Прячется. Ой-ой-ой, какая ошибка сейчас от Магмуса была, друзья. Так можно не уйти. Юзает время, собственно, ПК. Юзает. Жив. До подката остается ему секунда. Убивать Магнус. А здесь приходит команда Хелборна, друзья. И Хрона ставит свой купол. Ох, как неудачно поставил купол. Но в итоге драконец-то, я думаю, должен будет убить. Ульта была поставлена сейчас. Гласен, классно. Пебл жив, друзья. И Мантиса. Мантиса, друзья, уже заультил. В итоге Темпес. Смотри, здесь и Алуну заберут. Что с Пеблсом? Пеблс жив! 40 хп, друзья. Это просто что-то нереальное происходит. Сейчас заберут Гласиуса. У Гласиуса два брейсера даже на хп было. Убегает назад Полиок. У Полиога, к сожалению, проблемы сейчас у нас возникают. И забрали его. Хеллборн теряет четверых игроков в сражении просто неимоверным по своей красоте. Что сейчас происходит? У Пеблса 50 хп оставалось. Шикарно, шикарно. Как хорошо, что сзади стоял Темпес, а сзади стоял у нас как раз-таки паразит. И именно это было в тот момент, когда Хронос поставил купол и уже готов был убивать драконец. Соответственно, ему это сделать не дали. Там еще такой классный ревайнд у него был. Заревайнил, по-моему, кодекс от паразита. Но в любом случае это было классно. Да, активная такая игра получается. Активная, очень хорошая игра, очень действительно красиво. 28-28, Андрей, это 34 минуты, 46 фрагов. Это, я думаю, зрители смотрят и радуются тому, что мы видим. Ревайнд кодекса в МОМ, говорится. Да. Так и было, на самом деле. Под действием Элдера паразит находился у нас как раз таки-то Хронос, и заревайдил он кодекс как раз в этой стойке с маской. Нереально. Мантис, конечно же, пропёр. Мантис, 16 левел. Продолжает фармиться. Да, и обрати внимание, сейчас Драконис практически собрал уже себе Savage Mace, причем Хроносу до Savage Mace еще ого-го. Ого-го просто, как далеко. 265 ГПМ у Мантиса, 338 у Драконис. Так что, ну я не знаю. Да, кэрри фармит со стороны Легиона. Это то, о чем я тебе говорил. Видишь, что Хронос вот не может перефармить Дракониса. Вот, это уже факт. Да, это факт. Ты видишь, вот на самом деле за счет своих скиллов просто Драконис быстрее фармит, нежели это делает Хронос за счет просто фара. Топор не спасает. Поли купил, кстати, себе вместо ПК, он себе купил Шторм Спирит, решил взять ветерок. Интересно, обычно видно Полика, ну, ПК плюс Шранкин Хэд, соответственно, вот он дополнительный дисейбл, врыв, инициация, дисейбл, стоишь и ничего не боишься. А тут ветерок был куплен. Стак отбил сейчас крипов. Стак на ланцентов, и драконец может сейчас будет туда. Можно будет ему прийти туда и пофармить. Готов Savage Mace у Нормика. Нормик находится у нас на топ-лайне. Ну вот смотри, видишь, как у нас Нормик второй скилл просто включает, и на его огне сгорают все крипы просто моментально. Он еще и первый скилл успел дать. Да, так и есть. Хронос только вот еле-еле тут пытается Валхантера сейчас развести. Забирает. 5-6 автоатак для Хроноса. Неужели Хронос БКБ будет собирать? Ну, я думаю, что да. Я думаю, что да. Видишь, даже в куполе он не чувствует себя безопасно за счет того, что позади находится паразит. И вот в следующий раз-то паразит, я думаю, ревайнд Хроноса не спасет, я имею в виду. Если так получится, убегает у нас Поли. За Поли выехали, Поли юзает, мы видим, ТП-шечку и выживает снова. Выживает снова, и вот так вот Шранкин Хэд его спасает. Здесь, конечно же, Темпес ты мог ультить, но посчитал, что делать этого не стоит. 16 левел Темпес, 3 левела, друзья, ульта у Темпеста. Конечно, спускать его здесь на одного полевого, какой смысл? У Пеблса остается еще минута 45, друзья, на токене. Можно уже, в принципе, сейчас команде JT пушить. Например, тот же Мидлайн. Либо... ну да, пушить надо. Либо получается, что токен просто так будет потрачен. Вот, ну, Драконец. Драконец находится у нас в лесу. Фармит. Продолжает фармить себе дальше.
на айтемы. Ну и посмотрим, что он будет собирать в итоге. Бейтинг Пиблс так на мидлайне, так осторожненько. Позади находится, конечно же, его команда. Здесь Паразит стоит и Темпест стоит. У Темпеста есть ПК. Вот, у Темпеста есть ПК, поэтому можно побейтить, конечно же, здесь Пиблс. Почему бы и нет? Вот, непонятно, что сейчас делает Паразит. А Паразит погибает. Вот, что могу сказать, это то, что он делает. Странно, очень странно. Сенсор сейчас сыграл. Позади у нас прыгнул в итоге Пеблс. Попытка забрать Гласиуса. Гласиус выжил. Почему-то иллюзии не послал сейчас девушку на убийство. Юзает, друзья, ульту Магмус, но уже в никуда он ее заюзал. Очень странно сейчас Зилус сыграл. Почему-то иллюзии он сначала послал за Гласиусом, потом сразу же отменил. В итоге иллюзии не смогли забрать Гласиуса. А вот Пеблса, конечно же, сейчас будет забрать. Команда Джей, друзья, ну, смотри, еще успел отбросить чаком и сделать за счет этого фраг, но погиб. Сенсор сейчас свою команду, я даже не знаю, я не могу сказать, что он прям намеренно подставил, но он пошел вперед, не оправдан. Он просто пошел и отдался. Он просто пошел и отдался, в том-то и дело. Я не знаю, что там пытался сделать. Он пытался залить в катапульту прям под лицами четверых противников, то есть так вот в наглую, мол, ребят, сейчас привет, пока. Ну, у него получилось привет, пока в буквальном смысле этого слова. Вот, Зилыч ничего там не успел бы поделать, потому что находился снизу, он пошел там за руну, если не ошибаюсь. Вот так вот, просто на ровном месте. На ровном месте команда G потеряла четверых игроков. И в итоге сейчас Некста пропушат мидлайн и заберут башню. Забирают башню. Токен получается впустую был потрачен на Пеблсе. Хеллборн выходит у нас вперед, смотрим по галке 6500, по опыту так сказать 5000, плюс заберу сейчас Анцентр, команда Легиона. Не знаю, Андрей, ты чем вот, например, ты можешь как-то поразмышлять над тем, что хотел сделать Паразит? Потому что мне кажется, что он хотел влезть в крипа и убежать. Я вообще не понял действия его. Ну, мне кажется, да, он хотел, но... Ну, а какой смысл? Вряд ли бы это вышло, потому что там из ПК там очень много дизейблов со стороны, там плевок есть, там... Они могли его законтролить сразу же. Да даже если бы он влез, какой смысл влезать в крипа, когда твоя команда стоит здесь рядом с тобой? Какой смысл вообще в крипа влезать? Они просто не все состыковались, все вместе. То есть там, может, инфа прошла, там, типа... Паразит, может, не увидел то, что сзади нету его команды. Вот, и ну, решил пойти была, прямо, чтобы Гласиуса. Он увидел Гласиуса как жертву и хотел, мне кажется, его убить сначала. Ну только если так, ну, по-моему, слишком близко он к Гласиусу подошел, чтобы убивать. То есть я имею в виду, не заюзал на него ульту, чтобы прыгнуть и кинуть прокаст, а в итоге шел, как будто он хочет в крипа влезть в итоге. Так получилось, когда он просто встал около мобов и все, его там уже полево, Гласиус и все. Так и получилось, именно так и получилось. Получилось просто реально печально. Просто необъяснимо, но факт. Необъяснимо, но факт, да. У Алуны, друзья, есть Шилдбрейкер и есть Хеллфлауэр, кстати, горяченьком. Да, горячая девушка. Алуна, друзья, с Шилдбрейкером. Так. Пошел сталкет в семикере. Очень может быть, причем... Я не знаю, ты помнишь, как только выходил персонаж Алуна еще в свое время, да? Его как раз многие топ-игроки собирали, и Тести собирал, и Мун собирал в семикере. То есть покупали там молнию, покупали... Она осиливает, реально. Осиливает, конечно, под воровством еще скорости за счет первого скилла. Она очень быстро бьет и очень больно бьет. Вот. Так что запросто Алуна может здесь наносить большой дамаг. И тем более, что еще в плюс команде Хеллборнов здесь, это то, что у Кроноса есть купол. И вот если Алуна будет стоять позади, просто наносить дамаг, она вот за время действия купола очень много дамаги, соответственно, набустит это дамаги по игроку, который будет стоять в куполе. То есть дополнительно плюс для Кроноса, Кронос быстрее будет вырезать. Кстати, я противник. Да. Пеблса, попытка задисейблить Пеблс, друзья, у нас пока что жив. Здесь Драконис получает стан в 3 секунды, ультует у нас Темпест, и Сталкет погибает вместе со своим глазом. Он его теряет, забирает его Торчер. Попытка убежать полевого, вовремя заюзал ПК. Есть у полевого уже ПК. Ну что, здесь и Гласиус заберут. Здесь сейчас Нексты ошиблись. Обоюдные какие-то ошибки допускают сейчас команды. Тем интереснее смотреть этот матч. 31-32. Вот, такое чувство, что я не знаю, что это дерби какое-то, знаешь, там, я не знаю.
Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, что-то типа того. То есть реально прямо. До потери зубов игра идет. Хрона ставит свой, друзья, купол. Нужно убегать. Какой там торчер? Нужно убегать. Но Магнус использует свою ульту, друзья. И что? Что это было? Магнус без ульты полетел. Ну да ладно. Я тоже это заметил, то, что без ульты было все. Так у него ульты. А. Магнус просто раньше времени завязал ПК перед тем, как закастовал ульту. Вот что это было. Вот что это было. Это уже косяк Магнуса. Это была красивая ошибка, и Магнус сейчас стоит просто под атаками Дракониса. Драконису нужно убегать. Теперь что делает Драконис? Забирает он глаз. Количество просто удивительных моментов зашкаливает в этой игре. Паразит вообще что-нибудь успел сделать за время этого файта, чтобы не обратить внимания? Не заметил вообще, что он делал. Ну да, Паразит как-то был незаметно, он такой вот... Незаметный игрок Паразит. Сейчас он из Хелкена вылезет, мы посмотрим, у него был КД на ульте. Нет, КД на ульте не было. То есть он, значит... На 30 секунд, правда, КД. Ой, Мантис. Что это? 44-я минута. Мантис стоит соло по центру просто карты с крипами и пытается пофармить. Когда где находится противник, просто инфы никакой нет. Зачем? Зачем, собственно, это делать? Я не узнаю команду NFKZ в грин. Наивно, просто пошел на мид, думал, ничего не будет. 44-я минута, конечно же, тут ничего не будет. Что тут может быть? Спокойно иди фарми, можно вообще там на нижний лайн пойти, там, во вражеский лес и пофармить, учитывая, что тут вардов как бы нет. Вот, у команды Хеллборнов единственный вард, который находится, это на топ-руне. И снизу на подъем, соответственно, концент. Все. То есть на мидлайне вижна нет. На ХГ, на мидлайне, на вражеской стороне тоже у нас нет варда. Нет варда здесь на анцентах. Как можно Хроносом стоять здесь на мидлайне и фармить? То есть, я не знаю, совсем не ждал, что так вот может событие развернуться. Конгера, наверное, пойдут, команда. Да, Легион может сейчас забрать Конгера, но мне больше понравился, конечно, момент с Магнусом, который юзал ульту и раньше времени прожал ПК. Влетел, просто влетел и стоял, ждал. Сенсор просто красавец. Я честно... Что там делать? Я не знаю, что там делал сенсор, друзья. Обе команды просто заставляют, не знаю, меня улыбаться нон-стопом, потому что такое количество фейлов и такое количество ошибок, как будто это, я не знаю, третий дивизион российской лиги по футболу. Вот, играет какая-то, я не знаю, кубаночка против москвички, что-то типа того. Сейчас будет врываться, походу. Конечно, Темпест должен врываться, очень красиво поставить свою ульту, а Темпест просто отменяет свою ульту, или что это было? Просто взял и отменил, вряд ли его кто-то что-то. Боже мой, Драконис погибает, надо сделать враг, Магнус на этот раз нормально утонул, влетел как надо, в ветерках у нас находился Февос, в тот момент, когда Магнус там просто... Да, вот он Кронос, Это будет Анихилейт, наверное. Нет, не дали. Просто команда. Просто не дали забрать Кроноса из Анигилейшн. Причем у Кроноса был лип, Кронос просто лип, если делает одну автоатаку. И паразит, ну просто никуда там не мог уйти в любом случае. Ну, не стали, ну, видимо, не столь им важно здесь Анигилейшн и все остальное. Но... Конечно, количество фейлов просто зашкали. Причем, я не знаю, какой смысл было там идти на Кангора, когда минутой ранее забрали, потеряли паразит. Какой смысл было там находиться? Смысла нет. Да. Ну. О! Что-то невероятное. Невероятно, что происходит. Магнус купил себе без Хёрт, и что это будет? Готовый Hounds of Black Legion, видимо. Да, у Хроноса даже сейчас, походу, Ришарда третьего уровня уже будут. Да, покупают. Ну, правильно, а почему бы не купить здесь Ришарды? Мы видим, Хронос что... расфармился, да. Да, но Хронос не пошел, кстати, через Savage Mace, он пошел в итоге через Ришарды. А почему не пошел, это то, как раз о чем я говорил, то есть у Алуна просто сзади в куполе должна успевать настакивать здесь минус армор, и этого должно Хроносу хватить для того, чтобы, собственно, делать правильно.
Да, ну и вот ульта от Темпеста. Честно говоря, мне показалось, что Темпест там как раз таки отменил свою ульту. То есть он заюзал Шранкенхед, заюзал он ПК. И вот в тот момент, когда прожал ульту, он, по-моему, нажал еще автоход в итоге правой клавиши мыши. Дёргнул случайно, может быть. Потому что я не видел, чтобы там, например, Хронос задисейблил его третьим скиллом. Может быть, там Хронос один удар сделал, и, соответственно, получился стан на Темпеста. Возможно, я не заметил. Ну, я тоже это... Надо пересматривать этот момент. Поэтому да, там все было покрыто мраком. Благо, хотя бы у нас Магнус успел нормально ультануть. Магнус, кстати, собрал Даймоник Бисплейт. 48-я минута. Вот такие элитные айтемы у нас покупаются. У Пеблса также имеется Даймоник Бисплей, друзья. Далее Драконис пытается дособирать себе... Ну что это такое? Зачем Темпи спускается со своего ХГ, друзья, вниз? Я никак не могу понять, что происходит. Боже мой, что за ошибки-то на ровном месте? Попытка забрать Магнуса. Тем временем сейчас просто Скиллборн развернулся. Это ГГ. Это ГГ. И... Сколько ошибок мы сделали сейчас? Команда за эти 48 минут, но в итоге большее количество, в итоге там допустила команда Джей, вследствие чего команда Легиона просто проигрывает в первой игре. Вот, ну вы, друзья, никуда не уходите, потому что у нас с вами будет игра номер 2. А пока что 1-0, команда NSKZ побеждает. Вот, мы отправляемся на паузу 3 минуты, вот, а вы пока что берегите природу и ждите, будет игра номер 2, оставайтесь с нами. The Hellborn have destroyed a Legion tower.